Готовим простой и вкусный тортик на сковороде, вам даже не понадобится ни духовка, ни миксер. Для начала готовим крем, для этого к сахару добавляем ванилин, муку, все перемешиваем, добавляем яйцо, молоко, отправляем все на плиту, сюда же добавляем сливочное масло и на слабом огне, постоянно помешивая, варим крем до загустения. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт, чтобы не заветрился, и остужаем. А теперь готовим тесто для коржей. В сотейнике растапливаем мед, добавляем к нему соду. Все начинает вот так вот пениться, хорошенько перемешиваем, добавляем сливочное масло и как только оно растопится, отключаем. В отдельной посуде соединяем яйца с сахаром, всыпаем просеянную муку, какао, все перемешиваем и вливаем сюда же нашу медовую остывшую смесь. Получается вот такое тягучее тесто. А теперь на сухой сковороде, на слабом огне с двух сторон мы выпекаем вот такие вот коржи. У меня получилось ровно 5 штук.